1 июня, в год десятилетия проекта «Школы Росатома», во всех атомных городах прошел чемпионат по игре с необычным названием «Космобол». Как связаны космос и спорт, разбиралась наша съемочная группа. В День защиты детей в детском садике «Мишутка» прошел муниципальный этап спортивного чемпионата школы «Росатома» по космоболу 5 с плюсом. Участие в нем приняли малыши 5-7 лет, воспитанники 6 детских садов города. Судейство провели учителя физкультуры школ номер 2, номер 3 и номер 4. Надеюсь на то, что вы все получите огромное удовольствие от соревнований, будете стараться, будете нести четкое звание вашего детского сада и обязательно победите. Играть с мячом любит каждый ребенок, поэтому такой вид спорта приходится малышам по душе. Процесс игры напоминает адаптированный под детей гандбол. Маленькие ворота и спортивная площадка – единственное, что отличало игру от взрослого матча. Ведь азарт и страсть к победе не уступали взрослым. После серии игр первого круга матчи строились по олимпийской системе. Третье место в чемпионате по итоговому количеству очков занял детский сад «Теремок». Серебряные медали унесли воспитанники садика «Мишутка», а золото и звание чемпионов у детского садика «Ласточка». Своими победами ребята заслужили право поучаствовать в следующих этапах чемпионата. И, возможно, им повезет дойти до финального соревнования, которое пройдет в сентябре этого года в городе Лесном. Советую вам тоже сыграть в космобол. Очень занятная игра. Попробуйте. Если не получится, то ничего. В следующий раз. Главное не победа, а участие. Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.